нужно еще что? Бережно к ним обращаться. Да? А как бережно? Не рвать, не мять, не кидать, не мазать, не чиркать, не палать. Верно. Закладочку нужно всегда иметь. Не выбрать, чтобы знал, где я закончил. Так и в мультике страна не выучена. Ребята, послушай меня. А чтобы вот стать настоящими читателями библиотеки, нужно еще произнести клятву. Клятва у нас есть. И сейчас с королевой книги вы эту клятву произнесете, поклянетесь, какими вы будете читателями и что вы будете делать. Вы меня слышали? Да. Вот сейчас послушаем, что будет говорить королева книги, за ней повторять. Это самая важная часть нашего праздника. Я новый читатель библиотеки, запомню все, помню, клянусь. Клянусь, говорит. Клянусь! Клянусь! Книги пачкать и ради потехи трепать их не буду. Клянусь! Клянусь! Другом книги теперь назовусь, книгу любить клянусь. Клянусь! Поклялись любить, дорожить, да, книгой? Так. Сегодня, ребята, вы стали читателями нашей библиотеки. Я вас поздравляю. Кто-то уже записан, а кому-то после нашего праздника предстоит что? Записаться в библиотеку. Только осталось выбрать книжку и записать ее формуляр. Я хочу, чтобы книга для вас стала другом, помощником, наставником. Не только в учебе, но и в жизни. И сейчас, ребята, первоклассники прочитают о книге стихи. Давайте мы сюда подойдем. Есть у меня ваня. Сейчас подождите. У нас не пришла одна девочка. Ну ничего. Это Вика расставляет. Сейчас внимательно послушаем. У меня друзей немало, я живу на не вокруг. Но не всех друзей хорош, книга самая лучшая. Книжа первой страницы, да, встречают первых лет. И несут на словно птица, облетает целый свет. Хорошая книга, мой спутник, мой друг. С тобой интересно бывает досуг. Мы время отлично проводим вдвоем. И наш разговор потихоньку ведем. Понравилось у вас. А можно я буду к вам прилетать иногда? Да, ребята? Да. Конечно. Пусть к нам прилетает Карлсон. Мы всегда рады, да? Особенно литературным героям. Дорогие наши первоклассники, пусть этот день запомнится надолго. Приходит и уходит праздник. А этот праздник книги пусть длится долго. Российским небосходом к ним выходит хранят. Пусть же крепнет с каждым годом дружба книги, ребята. А мы, ребята, желаем вам здоровья, оценок отличных, друзей настоящих или книг необычных.